Доброе утро! Сегодня 6 сентября. Солнышко светит. Утро солнечное. Ждем автобус. Луну еще видно. Стоим на Зеленом проспекте. Идем автобус. Она луна. Убывает уже. На Перовской улице. Приехали к храму князя Владимира и Федора Ушакова. Погода как меняется. То было прям безоблачное небо, и вдруг какие-то тучи летели. Тут цветочки еще. Осенние. Парк еще зелененький, но листочки желтые уже падают. Осень. Уже. Видно, да, они летят. Потихонечку листочки облетают. Дуб уже желтеет не местами. Какие летение, дубочек хороший. Пирожки продают здесь. Слава тебе, Господи. Идем в храм. Здесь кисонька живет. Такая храмовая кошечка. Хорошая, спи, спи. Кошечка Муся здесь живет. Какая ты хорошая. Мусенька. Чистенькая. Угу. Хорошо тебе здесь, рядом с Богом, в храме живешь. Спаси Господи нас всех. Божьей помощью все будет хорошо. Сейчас к прудику дойдем.
осенняя. Не так давно мы с внучками приезжали сюда, еще было лето. Сейчас уже вот листики опадают. Уже совсем другое все становится. Идем к прудику. Там рыбаки на той стороне сидят, рыбку ловят. Кирпичи. Рыбаки, да, рыбку ловят. Тут все в листиках уже. Прудик какой волнистый. Сколько здесь листиков уже нападало. Небо с тучками, поэтому цвет такой серо-зеленый. Все равно хорошо у водички, уточек не видно. Вот солнышко выглянуло. Сразу засверкал прудик. Тут там, тут тут. Ветерок. Пойду пройду немного. Вдоль бережка. Камеечки свободны. Сколько голубей-то сидит. Там
беленькая у них. Уточек не видно. Соберу букетик себе. Ну, какой ветер. Что-то. Листики полетели. Погода меняется. Такие дорожки. Поля желтеют. Уже листики теряют свои. Осенние мотивы. Осень пришла к нам. Вот какой прудик стал. Ветер гонит воду. Листики, как кораблики.
пахнет водой, рекой. Вот это прудик. Большой довольно. Ветер гонит облака. Может быть, их разгонит. И снова будет небо чистое. Красиво блестит поверхность прудика. Солнышко появляется. Прудик блестит сразу. Прямо как река сейчас. Волнуется прудик. Солнышко появилось. Листики падают. Настоящий листопад уже. Начало сентября. Как интересно, как дождик уже. Тут тополь уже быстро пожелтел. И облетают его листочки. Идем обратно по этой дорожке с листиками. Открывается или открыто Сочно-Восточно называется. Разные магазинчики. Ясень желтенький уже. Сейчас зайдем в магазинчик Ивановский трикотаж. Какая здесь витрина. Воробьишки тут. Много-много их. Полетели, полетели.
небо затянуто. Какая туча. Ну, ветер разогнал так тучки-то, более не менее. Солнышко, вот котик этот рыжий гуляет. Вышел погреться на солнышке. Да? Греет свою шубку. Кисик. Так вот. Давай. Лежи, лежи. Солнышко теплое. Когда прячется, сразу прохладненько становится. Да на солнышке хорошо. Перовская улица. Какие груши здесь лежат. Да-да. О, какие большие, какие. Такой сегодня денек. Цветочки вот у прудика нарвала. Если бы газоны не стригали, они бы все были в таких цветочках. Такая красота, глаз радует. Последние цветочки. Все желтеет. Всем всего доброго. Доброй осени.